При покупке билета в Сочи парк детский для семьи за привода оказался счастливым. Мы поздравляем 3-миллионного гостя на 3-4! Поздравляем! 8-летняя Кристина Заприводы из станицы Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края. В Сочи ее семья отдыхает не первый раз, а в Сочи парк попали сегодня впервые. Их сразу окружили сказочные персонажи, в их сопровождении гости побывали на многих аттракционах. Сначала это была карусель сказок, потом дельфинарий, цирковой мюзикл. Затем миллионным посетителям вручили подарки. Годовые абонементы на посещение Сочи парка и сертификат на спа-процедуры в отеле «Замки Богатырь». Неожиданно, прям до сих пор не это. Не верится. Нет. Да, приехали вот буквально вчера и даже не думали. Приехали просто отдохнуть, а тут... Вот так. Сюрпризы были на каждом шагу. Один аттракцион сменялся другим. А вообще в тематическом парке подсчет гостей ведется с момента его открытия. В 2015 году здесь чествовали миллионного гостя. Тогда им стал сочинец Александр Добежин. В 2017 году посетитель уже 3-миллионный. Сегодняшних счастливчиков Сочи парка пригласили на праздничный обед в ресторан с американскими горками «Роллер». Просто, наверное, улыбнулась удача. Такое бывает раз в жизни, и как бы очень всем довольны. Все было очень вкусно, горки отличные здесь. Советую всем приехать просто, побывать здесь. Словами не описать. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.